Всем привет! Вашему вниманию обзор на памперсы. Первые памперсы, вот они, Momotaro. Вторые просто памперсы, Jumbo Pack. Вот Momotaro, памперсы, сами по себе памперсы. Вот они такие, они по размеру почти одинаковые. И Mary's, которые тоже памперсы, но они как трусики идут. И вот сейчас посмотрим каждый из них. Вот, посмотрите, как выглядит. Это все двойка, размер двойка. От 4 до 8 кг каждый. Вот, самый маленький, кажется, это памперсы. Потом идет второй вариант и последний Mary's. Вот так вот они выглядят. Трусики больше широкие. Вот так вот смотрится памперс на малыше. Вот таким образом. Это вот он уже пописал. То есть вот такая заполняемость идет. Буквально вот на 2 часика. Каждые 2 часа меняю. Вот. Вот так вот такая заполняемость идет у этого памперса. Ну, чуть-чуть опрелость остается от них. Хоть и пантенолом мажу, бипантеном. Вот это получается памперсы. Это Momotaro какой-то, вот, китайский. Вот они маленечко протекают, честно говоря, Momotaro. Вот так вот выглядит. Вот я в крему намазала малыша специально. Но они такие, как бы, еще остается место, можно так сказать. Хоть это и двойка. Вот такая наполняемость идет после 1,5-2 часа использования. Сейчас покажу. Секунду. Вот. Ну, он просто сейчас, ему месяц, он постоянно какает. Поест, покакает. Ну и последний, это трусики. Mary's вот эти. Трусики. Ну, их можно снять легко, разорвав сбоку. Вот. Вот такая тоже заполняемость через 1,5 часа. Вот. И все. Вот так будет выглядеть на вашем малыше. Ну и разрывается вот здесь сбоку. Можно разорвать, чтобы снять легко. Вот так вот, да. Видите? Просто я одной рукой снимаю, мне неудобно. Ну вот, ну это сейчас он побольше покакал. Вот такая наполняемость идет. И получается то, что если смотреть из трех этих памперсов, подгузников, то есть, то мне больше по нраву фирма Памперс, вот, который вот я запомнить не могу. Мармелета какой-то, вот этот вот, Мармота, по-китайски там как-то, вот, они, получается, протекают. А которые трусики, вот, они мне, ну, не очень понравились, видимо, пока что, хоть это и двойка размер, но я думаю, что их надо попозже, наверное, носить, когда ему будет месяца 3. Вот, ему сейчас почти 2 месяца скоро будет, 29 числа. Вот, и вот из всех памперсов больше ему, ну, подходит именно, ну, вот подгузников, то есть, из всех подгузников ему больше подходит памперс. Ну, вот этот вот мармета какой-то, вот, он как бы не очень подходит, потому что он маленько протекает. Хоть это и двойка считается. Momotaro называется, Momotaro. Вот, и получается, эти Momotaro, они протекают чуть-чуть. То есть даже если он покакает, у него может быть, раз у него пюрешная, ну, какашечка, да, то она может протечь. А у фирмы Pampers пока такого нет. Ну, то есть я не заметила, чтобы Pampers протекала. То есть у них как заявлена двойка, так и соответствует, вот, двойке. Единственное, что Momotaro, они побольше размером, чуть-чуть там буквально на 0,5 сантиметра. А вот эти трусики, Mary's, которые, да, вот, они еще какие-то, мне кажется, широкие сильно. Ну вот я думаю, что из всех трех я поставлю по 5-бальной шкале 5 памперсу. Momotaro я поставлю, наверное, 3. Вот. Ну и этим трусикам, которые Mary's, тоже, наверное, поставлю 3. То есть, ну и по цене получается, что именно памперсы, они дороже. Именно памперсы. Фирма Памперс, она дороже. Mary's подешевле была. Ну, как бы разница особо небольшая, там у них 100-200 рублей. Но, в общем, памперс буквально может быть на 100-200 рублей подороже, и лучше переплатить эти 100-200 рублей и покупать памперсы. Нам придется их использовать, эти
в общем, подгузники, раз мы их купили. Вот. Просто трусики я приберегу на 3 месяца, вот. Пока другие будут покупать, те же памперсы, например, будут покупать фирму. Трусики я, получается, оставлю на 3 месяца. Вот эти Момотару я уже использую, они ему подходят, просто нужно поглядывать и вовремя менять, вот, чтобы не протекало ничего. Вот так вот. То есть, еще раз скажу, памперс это пятерка, ставлю оценку. Тройка у... И по тройке каждому Момотару и Мэрис. Вот на этом все. Спасибо за то, что посмотрели мини-обзор на памперсы. Ой, на подгузники. Всего доброго, до свидания.